Сейчас предлагаю соединить теорию волнового строения трека и запуска трека в квадрат. Обращаю ваше внимание, что сейчас будет происходить сведение от второго проигрывателя. Там будет звучать припев к первому проигрывателю, и там будет звучать первый куплет. Интро первого трека длится 16 битов зацикленного фрагмента. Мы должны успеть отключить его. И сразу вступает первый куплет. То есть с верхней фазы волны перешли на нижнюю. Информационная часть видео закончилась, сейчас я дополнительно перейду с первого трека ко второму обратно, в качестве дополнительного материала для анализа. Shake your body, don't stop, don't miss.